Так, значит, времени 12:00. Через 15 минут вылет. Всем все ясно? Ясно. Хорошо, значит, у вас осталось ровно 15 минут принять окончательное решение. Если вдруг кто-то не хочет прыгать, пусть скажет сейчас, до вылета, потому что в самолете уже отказаться нельзя. Как нельзя? Ты че орешь? Как нельзя? Девушка, потому что там инструктор будет скидывать насильно всех вниз. Мама сказать не успеет. Даже папа? Да. Так, подходим по одному, подписывай договор. Какой договор? Отказ от претензий. Если вдруг с кем-то из вас что-то случится из-за невыполнения техники безопасности, фирма ответственности не несет. Все, подходим. Пошли. Надюх, ты чего? Пойдем. Это формальность. Подпишем быстрый. И в небо.